любителей астрономии, увлекающихся астрофотографией, компания SkyWatcher производит вот такой вот аксессуар, который называется крепежная площадка GuideScope. Предназначена эта площадка для крепления камеры или гида параллельно трубе телескопа. Для крепления гида площадка имеет специальное гнездо, ласточкин хвост, куда закрепляется гид. Гид закрепляется жестко, надежно, с помощью соответствующих винтов. Но самая главная особенность этой площадки в том, что положение гида мы можем менять относительно трубы телескопа. Площадка имеет две степени свободы. И с помощью микрометрических винтов мы можем отклонять гид относительно оптической оси телескопа правее, левее, а также менять его положение выше или ниже. То же самое происходит и с фотокамерой, которую мы можем установить на эту площадку. Для установки фотокамеры потребуется демонтировать крепление гида. И с помощью винта, имеющего фоторезьбу, мы устанавливаем на площадку практически любую фотокамеру. Ну и следует упомянуть конструкцию самой площадки. Она сделана очень качественно. Все основные узлы выполнены из металла. Люфт этой площадки практически невозможен. И, соответственно, эта площадка устранит любые люфты и гидирующие трубы, и фотокамеры относительно оптической оси телескопа.